Всем привет! С вами Константин, и пойдем мы спасать нашу девочку. Мы, правда, еще не знаем, где она. Ну как, мы-то знаем, а вот наш герой не знает. Где же ты? И вот когда он найдет, точнее, когда найдем мы, или нет, как когда он найдет с нашей помощью, дадим им всем что? Правильно, дадим им всем пизды. Согласен, негуманно. Но справедливо. А что у нас с оружием? Патрончики. Патрончики вообще у нас понт. Давай тогда лук поставим, что ли. Там хоть 8 стрел. Так, стрелять научились, горем пополам. Но здесь нормально. Ладно, разгребемся. Там еще гранатомет у нас есть. Сейчас, может, бомбы. Бомбы не сделаем. Вот это можем, да, сделать. И все, да? Что там? 20. Ничего не сделаем. Окей. О, мы еще и приболевшие. Ну, в смысле, здоровье у нас подгулявшее. Хорошо. Да вставай. Пойдем сейчас искать ихнюю. Так, а где мы? Мы отсюда вышли. А как она на лошади ехала? Сюда. Да, сюда она ехала на лошади. Элли! Куда она убежала? Да, она у людоедов в плену. Знал бы ты, Джоэл, где она. Я сам за нее переживаю. Что? Сука, сука, кто, блядь? Кто это такой, блядь? Где он? Падла. А тут что, у нас засада была, что ли? А, вон, вижу. Один, два. Двоих вижу. Ну, с лука, наверное, блядь, не захуячим. С ружья надо, блядь. Так вот ты где. Вон он! У машины! Нахер. Прикрой, я иду! Я прикрою! Детский сад, блядь. Сучка. Маневрирует в варе, блядь. Ну, выстрел. Вот так, блядь. Так, двоих загасили. Да, лук это, падла, блядь, для детей. Давайте, у нас там есть патроны, блядь.
сжигать их буду, блядь, твари. А где там еще один лежит? Может он бегать? Он же раненый. Есть что, сука? Бомжатники, блядь. А те убежали, что ли? Блядь, и закрыты все эти. Кто-то кряхтит. Мелькнул. Да, там кто-то мелькнул. Вон они, твари. Что? Сука, ты шо, блядь, со снайперки не попал? Иначе ты мне скажешь! Вот топор торчит, на топор взять. Да черт, он вон там! Блять, пока сейчас привыкну к этому, блять. Блять, а патронов же должно быть больше, блядь. Отлично. Закрыто, да? А нет. Патрончиков бы, ребята. Так, а что мы можем что-то? Блять, не можем. Не можем. Ах ты, попал, сука! Кончай давай, его! Давай, 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 давай!
Гаси, гаси, блядь! Пойдешь со мной. Пусти, я тебя урою. Что тебе нужно? Да за что? Отдохни. Так. Она жива? Девочка. Какая еще девочка? Сука! Смотри сюда, сюда. Я тебе сейчас колено вышибу. Девочка. Она жива. Дэвиду приглянулась. Где она? В городе. В городе. Поставь метку на карте. И не дай бог твой дружок отметит другое место. Метку. Она там. Можешь проверить. Спроси его. Давай. Он скажет. Я не вру. Не вру. Ты охренел? Он все тебе сказал! Я буду молчать. Ну, молчи. Я ему верю. Стой! Стой! Доброе утро. Вставай. Пусти! Ну, хватит! Прекрати. Я говорил... Я заражена! Заражена! Да ну! И ты тоже. Не веришь? Задери рукав. Ну, смотри. Ну, ладно. Как говоришь, случайностей не бывает. Что это такое? Разводка. Она бы уже превратилась. Не похоже на разводку. Ну все. Что за фигня тут творится? Элли, ну куда же ты? С тобой, Кора! Мне нужна пушка. Сука, вот тут мы напоролись. Хер его знает, будет он или нет. Нет.
Падла, падла, блядь. Так глупо. Можем что-то сделать, ничего вообще не можем. Они повсюду. Кроме того, что у нас есть, мы ничего не можем. Этот еще один. Господи. Бьют по одному. Садись. Сейчас мы его... Ну как? Нет, никого! Блять, а мы ж сюда пришли. Откуда спустились? Куда ж нам идти? Сюда, наверное. Ну не зря ж дырочка. И вон дырочка.
Ну, я имею в виду, вот она. Вон еще один черт ходит. Провисло. Не понял. Спокойно, она не кусает. Говорю же, у нас могут быть проблемы. У нас проблемы, и мы ее решим. А теперь соберитесь. Будем искать ее. Надо этот и патроны надо, и аптечку надо, как-то я на расслабоне. И аптечку надо. Нету ни хера. Говорю, блядь, бомжи. Сюда показали куда-то. Куда идти? А здесь у нас... Может, окно открыто? Нет, так. Где они?
Хорошо. Странно. А маркер сюда показал. Ничего нету. Сразу скушаем. Блять, вообще ничего нету. Такое может быть. Ни ящики не открываются, ни хера. Обидно. А что показывает? Ничего не показывает. Тебя легко найти. Как это ты? Ну и ладно. Не убежишь. Ключи-то. Вот они, у меня. Не заражена.
Зараженные так за жизнь не цепляются. Нужно добыть ключи. Так в чем дело, Элли? Честно сказать, я почти купился. Моя вера на миг пошатнулась, Элли. Но лишь на миг. Молодец. Все будет хорошо. Ты всегда меня удивляешь. А вот ты где. Ну хватит, Эль. Выходи и покончим с этим. Ну давай. Где он? Жаль, что ты такая упрямая. А теперь уже поздно. Сдавайся. Осторожно. Сука. Какая ты хитрая. Ну ладно. И не говори, что я не дал тебе шанс. Ты считаешь, что ты выше этого? Где этот, блядь? Гандон. Элли, ну хватит. Давай, 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 девочка, давай. Да раз, блядь. Это надо нам читать, нахер нам это? Не надо. Где эту хибару найти? Без подстава ни хрена не видно. Продолжайте искать. Если она здесь появится, мы должны ее захватить. Надо охранять убежище. В городе зараженный. А мы торчим у этого гребаного выхода. Послушайте, она смертельно опасна. И мы не знаем, где она появится снова. Не прозевайте ее. Где ж вы базарите? Один есть. Эй, он здесь! На заправке! Надо было топором его зарубать. У нас же есть топор. Его нет. Здесь! Зря я, наверное, вот это вот пошел, бля. Ва-банк. Так ладно, если что, переиграю. А вдруг победю? Надо было того топором, бля. Его тут нет! Ищите же! Сейчас!
Сейчас, блядь. Давайте сразу. Лекастра. Видишь его? Здесь его нет! Вон, блядь, на крыше, сука. Сидит. Блядь, а кто? Кто? Откуда? Со спины? Ладно, блядь. Еще башка торчит. Кто там? Сука, он меня увидел, да? Вот здесь он сидел, гандон. Вы патроны не отбрасываете. Что-то в аптеке могу я сделать? Нет. Ладно. Ищите! Да, блядь.
Что за хрень? Откуда здесь вещи Элли? Можно пройти. О, боже. Я должен ее найти. Должен ее найти. А, ползти, наверное, надо. Думал, это видео. Сейчас и тот, сука, черт. В себя придет. Знал, что ты бойкая. Ладно, сдавайся. Это не стыдно? Раскусила. Ты не представляешь, на что я способен. Элли! Стой! Стой! Убери руки! Тише. Нет. Это я! Это я! Это я! Смотри! Смотри! Это я! Он хотел. Солнышко. Ничего, ничего. Джоэл. Ничего. Ты слышишь? Нет. А что? Смотри. Больница. Конечная остановка. Пойдем, детка. Чуешь, какой ветерок? Раньше в такие дни я сидел на крылечке и бренчал на гитаре. Вот закончим со всеми делами, научу тебя играть на гитаре. Я думаю, тебе понравится. Что скажешь, а? Ты что, уснула? Чего? А, да, с удовольствием. Ну что, девочки и мальчики, мы, наверное, закончим. Элли спасли. Элли. Джоэл выздоровел.
Осталось, наверное, чуть-чуть. Ну вот. Еще, может, одна серия. Ну, я не знаю. Одна, не одна. Так, а что у меня? У меня топор, нахера мне бит. На этом, наверное, мы закончим эту. И до новых встреч. Всем спасибо.